Сегодня 28 июля, мы в Гонконге. Сейчас идем по горной тропе, называется «Спина дракона», вместе с Намом. Нам два раза был в Казахстане. Welcome to Hong Kong! Ему очень нравится Казахстан, а он даже побывал на свадьбе у нас. И вот сегодня вместе со мной идет в поход примерно 9 километров, это тропа. Решили позаниматься немного хайкингом. Очень классно. То, что в час, даже меньше, чем час от города, ты уже в дикой природе находишься. Очень здорово. Прелесть Гонконга в том, что около города есть и холмы для хайкинга, и также сразу же здесь океан, какие-то небольшие пляжики. И все это в получасе друг от друга. Сегодня 29 июля. По-прежнему в Гонконге и приехал на одну из самых главных достопримечательностей города. Это статуя, большая статуя Будды сзади меня. Бронзовая статуя, по-моему, высота ее 34 метра. Сам парк тоже очень красивый. Вокруг вот горы, храм буддийский есть. И много туристов, конечно. Сегодня 30 июля. Я по-прежнему в Гонконге. И сегодня пришел погулять на Аллее звезд. Такой вот вид открывается на город. Имена на здешней аллее славы ничего не говорят нам. Дэнь Ип, Ям Тан, Ям Тат Вах, Симон, Ваинг Хунг Кара и так далее. Главная достопримечательность аллеи славы в Гонконге – это, конечно же, статуя Брюса Ли. А вот она позади меня. Именно около нее самое большое скопление народу. Первое имя, которое известно мне – это Джет Ли. Еще одно известное имя – это Джеки Чан. Вот так вот. Нашел Джет Ли и Джеки Чана. В принципе, остальные имена мне мало чем говорят. Кажется, даже есть звезда Брюса Ли. Но, конечно же, его звезда без отпечаток рук и без подписи, как у других. Но самый, значит, знаменитый человек здесь, это, конечно же, Брюс Ли. Сегодня 1 августа, и с пика Виктории открывается вот такой вид на город. Это сам пик Виктория. Мы поднялись сюда вместе со Стивеном. Еще кто-то один из человек есть, помимо нас. Сегодня 2 августа, предпоследний день в Гонконге. Сейчас у друга в гостях. Очень красивый вид открывается здесь с 63 этажа. На другой стороне залива уже Китай. Там вот вдали здание. Это уже Китай, это уже Шэньчжэнь. А мы в Гонконге. Скоро уже домой в Казахстан. Сегодня 4 августа. 6 утра, и я сейчас буду направляться в аэропорт Гонконга. И полечу в Алмату. Кругосветка практически завершилась. И хотя я очень соскучился по дому, сейчас на душе грусть. Такое сладко-грустное ощущение. Начинается новая страница моей жизни. Спасибо за то, что следили, смотрели. Помогали, участвовали в моем приключении. До новых встреч, ребята!